Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Noah 2000 года выпуска. Двигатель 2 литра, бензин, автомат, задний привод. Пробег на автомобиле 238 тысяч километров. Заменю на нем передние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса. Поднял автомобиль, снял колеса. Откручиваем здесь болт крепления тормозного шланга. Головка на 12, коротенький болт. Берем ключик на 14, откручиваем нижний болт. Верхнего болта здесь нет. Он в виде шпильки вкручен. Поднимаем суппорт. Похоже, у нас вверху он подклинил. Нижний двигается, верхний подклинил. Совершенно верно. От этого и неравномерный износ, и вот он пискун, который пищал и издавал неприятные звуки. Так, ну теперь нам надо эту расшатывать и снимать. Берем отверточку, поддеваем аккуратненько пыльник. Проталкиваем туда трубку. И раскачиваем. Просто высохло. Нету смазки внутри. Вычищаю. Добавляю смазки под пыльник поршня.
аккуратненько поддеваю. Топлю поршень. Тормозной диск весь забитый. Коррозия. Все, сука, никакой там смазки нет. И на посадочном коррозе. Также в пыльнике убираю всю смазку. Все, пыльник чистый. Добавляю вовнутрь смазки. Под пыльник я тоже добавлю смазки. Так, непонятно, здесь клеится, что ли, должен. Приклеиваю его моментом, судя по цвету на резинке, он и был приклеенный. Обезжириваю резинку и обезжириваю паз. Обычный обезжириватель, простонародье калоши. Ну и обычный момент. Пусть он пока приклеится маленько. Снимаю скобки.
и чищу под скобками. Беру новые колодки фирмы Sunshink SP1433. Колодка левая, ну, внутренняя и наружная идет разная. Вот с таким пескуном идет наружная, а вот с боковым пескуном идет внутренняя. И по форме они тоже разные, по креплению. Переставляю старые радиаторы и устанавливаю колодку на место. Вот так вот. И также наружную колодку. Колодки стоят на месте. Прикручу гайку на колесо одну. Чтоб тормозной диск ровно стоял. Так, ладно. Ставлю суппорт. Маленько смазываю. Хоть оно и под пульником останется. Пыльник, он уже видно приклеился. Одеваю направляющее. Все, воздух спустил, пыльник плотно сидит, смазки достаточно, цилиндр у нас ходит. Теперь можно добавить смазки под этот пыльник. Сейчас сделаем вот так вот. Выталкиваем его сюда. Добавляем смазки с обоих сторон под пыльник. Здесь пыльник целиком резиновый проходит через суппорт.
И теперь заводим палец на место. Все. До следующей замены этой смазки хватит. Здесь смазка внутри маленько остается. Этой же смазкой смажу болт. Одеваю пружинки разжимные, придерживая колодки. И опускаем суппорт. Вот и все. Закручиваем болт. Смазываю болт шланга. Все, аналогичным образом идем, меняем со второй стороны. И на этом замену тормозных колодок я закончил.